Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч первого тура группового раунда Кубка Африканских Наций. Экваториальная Гвинея, Кот-д'Ивуар. Кот-д'Ивуар идет бесспорным фаворитом на этот матч. Ивуарийцы проиграли только одну игру из последних 10 сыгранных, одержав 7 побед. Интересно, что все свои победы Кот-д'Ивуар добыл в результативных матчах. Экваториальная Гвинея выиграла 6 из последних 10 своих сыгранных матчей. Победа над Тунисом говорит о том, что Экваториальная Гвинея сейчас в неплохой форме. Но если Кот-д'Ивуар все свои победы добыл в результативных матчах, то Экваториальная Гвинея последние 5 побед добыла со счетом 1-0 или 2-0. У каждого из соперников по 6 нулевых матчей в последних 10 сыгранных. Экваториальная Гвинея последние 5 своих матчей отыграла по низам. В последний раз соперники встречались между собой давно. В 2015 году в Товарняке была ничья 1-1. Учитывая коэффициенты, здесь можно даже играть плюсовую фору на Экваториальную Гвинею. Ивуарийцы хоть и будут иметь преимущество, но как оно будет реализовано в забитые голы – вопрос. Тут может быть как и 3-0, так и классический 1-0. Из связки тотал больше 2,5 обе забьют нет победа гостей. Самый высокий коэффициент стоит на тотал больше 2,20, на обе забьют нет 1,27, на победу гостей 1,21. Пожалуй, самый ожидаемый вариант здесь – это победа ивуарийцев, скорее с разницей в 2 мяча. Поэтому за основу можно взять победу гостей с фора минус 1,5 за 1,82. На роль доходного варианта можно взять обе забьют «да» за космические 3,68. Шансов, что Экваториальная Гвинея забьет гол, немного, но чем рогатый не шутит. На 3,68 запросто можно пойти на такой риск. Пенальти, автоголы еще никто не отменял. На этом все. Что из этого выбрать и выбрать ли что-то вообще, решать вам. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.